Не нужна мне мусульманка, ясно? Я недавно начал встречаться с Хлоей, и все хорошо. Нет, ты с ума сошел. Похоже. Белые не катят. Нельзя встречаться с ними, они везде шастают босиком. Безумие. У них нет морали. Нет морали. И они всегда развязные. Всегда. То есть развязные. Вечно лезут не в свое дело, знаешь? И плавают голые. Тебе такая жена не нужна. Тебе нужна жена, которая плавает в приличном виде, а не нагишом. Тебе нужна та, кто понимает твою культуру и твою веру. И к тому же... секси. Пусть родители впрягутся. У них все на учете. Я так и сделал. Мое лучшее решение. Прости, лапа. Красотка. Мама выбирала. Эти парни — придурки. Но они дело говорят. Белые не катят. Тебе это не нужно. Не надо туда лезть. Так... вы всю жизнь жили в Джерси? Нет, нет. Ты здесь из-за нее, не меня. Я сопровождающий. Представь, что меня нет. Ладно. Нор, ты из Джерси? Выросла тут. Мама сказала, ты бухгалтер. Да, а моя сказала, у тебя стартап или что-то... Да. Что... много лишнего. Давай о личном. Откровенно говоря, я хотела бы встретиться с несколькими людьми, пока я тут, и выбрать будущего мужа. Знаю, звучит немного странно, но я не хотела бы тратить время. Свое и твое. Хорошо. Начнем с простого. Как бы ты себя описал? Я работаю на дядю, продаю бриллианты. Это не мое, но этим я занимаюсь. Тебе нравится эта работа? Не могу сказать, что она мне не нравится, но она... это временно. Ясно. Какие у тебя цели на эту жизнь? Эту жизнь? Да. До судного дня. Ладно, я сегодня иду к Фатиме. Снова Дина? Второй раз за неделю. Мне 25 лет. Что за ограничение? Всем плевать, куда ходит Рами. Его вы не дергаете. Он сказал, что идет гулять. Да, так и сказал. Да это же ноль информации. Я пошел. Люблю тебя. И я тебя, милый. Когда вернешься? Я не знаю. Хорошо, я пошла. Иди, Дина. Не допоздна. Сочувствую. Это Рами, сын моего брата. Он подарил мне этот айпад. Он был последним, с кем дедушка говорил перед смертью. Поздоровайся со всеми, Рами. Ассалям алейкум. Нет, по-английски, чтобы тебя поняли. Привет. Привет. Это мой брат.